Добро пожаловать в иную реальность. С вами Олег, и вы на канале DeepRail Game, а у нас Ведьмак. Я вот тут сгонял немножко, приоделся. Что это у нас? Это у нас темерские доспехи. Немножко и плотву приодел, ну, в общем, как-то так. И капюшончик даже. Где он у нас? Вот он. Отлично. Так, а мы. А что мы? Нам вот сюда пошмонать и идти по заданию. Как-то так. Вот сюда мы и направимся. Вперед! Кстати, нет. Пойдем пешком. Будем собирать все травки. Они нам всем очень нужны. Так, а здесь мы уже были, да? Да, освобождали это поселение от разбойников. Кстати, да, от пиратов. Сейчас посмотрим, что нам нужно. Масло. Теоретически пока нет. И Волга. Нам нужна кошка. Вот зараза. Нам нужна кошка, хоть ты тресни. А ее нигде нет. Нам нужны накеры. И не тепери, разберемся. Эй, не понял. Ну я тебя покажу. Вы чё, ребят? Ну что, обосрался? Ага, ты лучник, иди сюда. Мамочки! Держитесь вместе! Так, а ну... Вот и все. Размахался тут кувалдой. Барабаны. И нахрена мне этот барабан? Ты че, охренел? Так, вот и чудненько. Идем дальше. Другими словами, шмонаем по сути все. Наверное, опять бандюки. А нет, деревня Клыки. Рыбью, как собаку. Каннибал. По кругу его гоните. Не справимся. Ты чё?
хоть так, хоть по чуть-чуть. Сливки. Лошадь. Нахрена нам лошадь? Потанцуем? Потанцуем. Самое то сейчас. О, а ну вот это, иди сюда. Так, а вот еще рецептик. Секундочку, хотя нам это. Да блин, где ж ты есть? Так, а что мы там нашли? Бомбы. Ох ты, ёпта! А что он делает? А, испускать ядовитое. Очень даже. Так, а что там с рецептами? Клинок. Нет. А, что-то нашли. Да ну, как-то так. Найдем лучше. Обязательно найдем. Так, а вот это чуть не прошли. Хватит болтать! К бою! Кто там стреляет? Я уже иду. Ах ты, собачий потрох! Все? Да я ж только настроился. Так, не хочу я брать эти дубинки, нахрен. Не нужны абсолютно. Так, не все. Да блин, долго. Держитесь вместе. Умри, костёл. Ох, ни хрена себе получилось.
Пиндюлей. Это ты напрасно. Кровь еще не засохла. Да, суп из кишок — это серьезно. Опа, еще кто-то нарисовался. А ты где, пацанчик, ты где? А, ты там. Тут и нет ничего. Как-то странно. Он небольшой шмонец. Так. Наверное, посмотрим, что здесь. А потом сюда и почти... И мы уже почти пришли. Стоп, не туда. Опа. Нарисовался. Блин, как же красиво. Так, спрятанное сокровище. Это, конечно, хорошо. О, твою мать, ты кто? О, извини, бабушка. Я все-все ушел. Я заблудился, извиняй. Так, а как бы нам... Так, хорошо. Все, я ушел. Немножко срежем. А то бабушка нам таких пенделей выпишет. Не, теоретически можно, конечно. Но только зачем вот это мучиться?
Ох ты, бля, вы здесь большие. Ну вас нахрен. А вы? А вы нет. Опа, конечно, он 13 уровня. Ты чё, охренел? Ой-ой-ой-ой, ты страшный. Ты кто такой, красавец? Блин, это тучка набежала, я аж потемнело, думал в глазах. Так, подождите, если мы его так легко... Может, мне кажется, что легко завалили? Может, мы и с бабушкой справимся? Но не вариант, конечно. Это я удачно зашел. Так, это они были вот здесь. А, так мы сюда и пойдем, посмотрим. Хотя, если там болотники... Ну, попробуем. Попробуем. Да, вот они здесь. И да, вот они большие. Не, ну если один, я в принципе справлюсь. Да, вот там они тоже. И там будет уже не по-детски. Ой-ой-ой, пчелки, пчелки, пчелки. Извиняйте. Дайте метку. Так, все забрал на всякий случай, чтобы не было мучительно больно. Так, у нас трофеи, но... Блин, какого ж вы уровня? Зараза, вы большого уровня. Это к бабке не ходи. Ладно, пробуем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, не догонишь, не... Для твою мать. Ну, за мной. Еще бы. Вот скотина.
далеко. Да что ж такое? Ну где вы? А куда он спрятался? Да ладно, я ж в тебя попал. Как не попал? Как не попал-то? Да ладно, вот. Ну там еще один. Ну, разворачивайся. Так, это все или нет? Военный трофей. Да ну вроде как все получается. Больше тут нечего делать. А нет, стоп. Я нашел еще одну дверь. А у нас касатки нет, да? Ух ты! О, как мы удачно зашли. А вот теперь все. Да. Так, залазь. Да блин, где ж это ремесло? Доспехи. Так, у нас такой есть меч. Хотя он так себе. Ага, мы школы волка нашли. Класс. Что-то по серебряным вообще ничего нет. Ну и ладно. Так, мы можем... Нет, вот мы можем сюда, а потом сюда бы пробежаться, а потом сюда. Сюда мы успеем.
А ну идите сюда. Ой, а чё ты, чё ты, чё ты? Опа! Покойник. Да откуда ж ты, сука? Больно! И хорошо! Пиздуешь! Убью, мутант! Это мы возьмем. И бись прогибом. Ха-ха. Супер. Да это мы возьмем. Это пойдет на продажу. Так, и где здесь? Золото, бриллианты? Не понял. На прошлой неделе напали мы втроем на прохожего. Гоп-стопом занимаетесь, да, ребята? Выглядел он такой шмакодявкой. Голос поднимешь, а он и обмочится. Да только с виду все обманчиво. Он так мечом махал, что мне ухо отхватил. Олафу гузно поперек разрубил, так что до сих пор сесть не может. А Ивара так отоварил рукоятью по башке, что у него до сих пор все перед глазами кружится. В конце концов, мы его зарубили. Известно каждому смерть неминуча, коли врагов куча. Но оказалось, что у него в мешке только пара крон была и на пальце медное колечко. Вот и все ценности. Выходит, грабеж не слишком доходное дело, раз мы больше травницы заплатили за лекарства, чем с него сняли. А тогда Олаф говорит, чего, мол, нам прохожих подстерегать, подставлять шею, когда золото прямо в земле лежит, на кладбищах. Труп защищаться не станет, так что риску никакого. Ждать целый день не надо. Ну и так далее. В общем, они пошли воровать, да? Держаться подальше, на могилы пойдем за добычей. Но это хорошо, конечно. Опа, стоп. Ну,
Кладбище. О, ребята, это вы погорячились. Так. Не то. А тут все рядом, отлично. Так, мы уже набрались всякого. Ой-ой-ой-ой-ой, гораздо лучше, но его чинить надо. Хотя, чем он лучше? Горение, крит, арт. У нас акси, кровотечение, на кой нам... Ну, правда, плюс 16. О, на вот этот. Но его бы надо починить. А у нас есть чем чинить. Но это мы сядем чуть позже. Сдавайся. Что, драться расхотелось? Остальное закопать! Ой, как классно! Вот сюда сходим. Опять гляну. Да нафиг не надо. А вот этот хорош. Однозначно. Ультиматум. Да еще три этих. Отрубит равновесие. Крит, адреналин. Но у нас есть пробитие брони. Либо... Вот, кровотечение 2. Либо отравление. По сути, без разницы. На самом деле... Да, это вещь. Это весычи. Только почему у нас такой маленький уровень. Хотя, возможно, это и кажется, что уровень очень медленно, потому что мы, по сути, еще ничего толком и не ходили. Так, это волк. На кой нам волк? Ох, етиш вашу медь! Может быть, поставить, чтобы они меняли уровень со мной. Тогда будет вообще весело. Вообще, ребята, я не к вам пришел. Ох ты, ё! Я помню пароль.
Я вижу ориентир. Ничего не спрятали, не? Эльфийские руины. Ну да, ну да. Дорогая Эльке, слава богам за то, что люди в них верят. Мы этим два раза воспользовались. Во-первых, украли мы кучу серебра из святилища. Никто за ним не следил. Известное дело, кто бы осмелился за божьи дела лезть, божьи дела и святотатствовать. Ну а во-вторых, спрятали мы все в руинах, которые будто прокляты эльфскими башками. Никто туда не заходит, никто не заглядывает. Нам даже не пришлось специально сокровище прятать. Тут безопаснее, чем у Вивальди в банке. Сегодня ночуем в лесу, а после поеду я в Новиград искать купца на весь товар. Мы будем богаты, Эльки. Ну-ну, ну-ну. И вот тогда я, может, даже что-нибудь брошу на хромой поднос в благодарность за глупости и суеверие. Твой Эдгар. Ну попробуем. Тут да. Получается, тут какого уровня сейчас посмотрим? А нет, не так. Вот так. Мы сделаем. И сейчас посмотрим на всякий случай, какой уровень. А что ты застрял? Да иди ж ты в дверь, господи. Стоп, попробуем. Да твою ж мать, иди сюда. Не понял. Ой, как плохо. Давай, 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 иди сюда. Что, получилось, нет? А, ну да. И на кой? Сапоги, это круто. Это просто пипец как круто. Так, тут что-то должно быть, а я... Стоп. Ну хоть за арбалет спасибо. Так, я не понял, это все? Не пойму, почему значок неизвестное место или... А, может где-то под низом. Скорее всего, да. Это же тоже эльфийские. Мы сюда пойдем где-то внутри. Наверное. Наверное. Сейчас я пробегусь на всякий случай. Но скорее всего, это под землей все. Да, здесь ничего нет. Это все под землей. Ну, по крайней мере, я так думаю.
потому что эти руины мы обозначили. Ну да, так я ничего не вижу. Да, сапоги это кучеряво. Это прямо серьезно так. Да, плюс 3, 4, да, тоже серьезно. Ну ладно, хоть так. Хоть так. Ну что, мне пробежаться все это продать? Посмотреть, что мы там можем сделать. Северный, а что северный? Нам нужен корень. Удары, нанесенные замороженным. А, понял. Масло. Да, вот отвары какие-то вообще непонятные. Блин, и где же все-таки эта кошка? Так, сюда сейчас скажу, может быть, здесь откроется метка перемещения. На всякий случай. Уже в такие дебри зашли. Да, что-то я вообще непонятно куда зашел. Ну и ладно. Твою мать, и тут сокровища. Иди сюда, куда пошел? А че, не могу залезть? Вы водку пьете? Анисовую. Так, а что здесь тогда? Ух ты! Это что за котейка? Здесь стоит осмотреться. Еще бы! Как всегда, пришли раньше времени. Ну, у меня по-другому не бывает. Просто не бывает и все. Так, но это не все, наверное. Или все? Хм.
Да, это все. К сожалению, никуда прыгнуть мы не можем. А ну вот здесь встань. А ну-ка. Молодца. Так, ну что, друзья, на этом мы закончим эту серию. В следующий, я надеюсь, мы все-таки пойдем уже дальше с Кэрой Мэтс. А я пока там попродамся, что-нибудь поделаю по мелочи. Ну, пока все. Жду вас в следующих сериях. Пока!